И я сегодня поделюсь рецептом тонких, ажурных, с дырочками блинчиков. Ну и заодно покажу начинку для таких блинчиков. Кому интересно, смотрите. 3 яйца. Добавляю примерно половину чайной ложки соли. 1 столовую ложку сахара. Сахара можно положить и больше. Это уже на ваш вкус. И при помощи венчика хорошенечко взбиваю до растворения соли и сахара. Затем добавляю постепенно 1 стакан муки. Стакан и емкостью 200 мл. Затем вливаю постепенно молоко, также 1 стакан емкостью 200 мл. Молоко не должно быть холодным, а комнатной температуры. Замешивать надо тщательно, чтобы не было комочков. Следующий этап. Вливаем 1 стакан крутого кипятка, горячего-пригорячего. Стакан также емкостью 200 мл. Быстренько замешиваю тесто. Ну а теперь добавляю 2 столовых ложки растительного масла без запаха. Даю тесту постоять минут 20-30. Сковородку смазываю растительным маслом 1 раз. Хорошо ее прогреваю и начинаю выпекать блинчики. Вот такие они получаются красивые, с дырочками. Половина блинчиков я буду делать с начинкой. 1 среднюю морковь натерла на мелкой терке. Добавляю курагу и чернослив. Предварительно я подержала немного в воде теплой, их потом нарезала. Также добавляю 100 грамм творога, сахар 1 чайную ложку, совсем немного соли. Хорошо перемешиваю и заполняю начинкой блинчики. Готовьте на здоровье. Это совершенно несложно приготовить. А если вам понравилось видео, ставьте лайк, палец вверх. А также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Пишите комментарии, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч!